Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. И сегодня у меня цветение гипиаструма Yellow Star. Это максимально желтый цвет, который можно добиться у гипиаструма. Хоть и говорят, что он yellow, на самом деле он такой вот салатовый, красивый, с бриллиантовой пылью на лепестках. Зеленое горлышко. Явно заметна двухцветность, то есть здесь чуть темнее, здесь чуть светлей. Красивый цветок. Два бутона на цветоносе. Луковка у меня 2 года болела, а как пришла в ужасном состоянии, вообще думала, что она не выживет. Но она выжила, вот такая вот красавица. Пыльники кремовые до созревания. Такая вот прелесть. Цветонос около 50 сантиметров, у основания с загаром. Чехол, как чехол, без каких-либо маркировок. Вот такая вот прелесть. Приблизительно в полном распуске будет порядка 18 сантиметров в диаметре. Очень красивый, очень нежный цветок. И еще раз хочу напомнить, что у гипиаструмов нет генов, которые отвечают за синие и за желтые цвета. Так что вот это, хоть и называется Yellow Star, это максимально желтый, которым можно добиться у гипов. Вот такая вот прелесть. Не знаю, передает камера или нет. Цветок весь переливается, весь вот такой вот бриллиантовой пыли. Удачного всем дня. Пока.